Ученые из Кореи создали полимер, который способен извлекать золото из старых материнских плат и других технических устройств. Данный метод намного дешевле аналогов. К тому же процесс добычи золота не такой трудоемкий. Исследователи получили данный полимер благодаря открытиям, связанным с действием органического соединения под названием порфирин. Он обладает уникальной способностью притягивать к себе различные материалы, в частности золото. Причем золото оказалось самым восприимчивым к полимеру. Порфирины – это группа веществ, такой фрагмент в молекуле, который, например, есть в крови. Вот гемоглобин, он содержит в себе порфириновый фрагмент. Железо точно так же связано с порфириновым фрагментом в гемоглобине крови, как золото вот в этом полимере связывается. Это координационные связи. Для улавливания атомов ценных металлов из электронного мусора печатные платы и компоненты электроники растворяются в кислоте, после чего в раствор добавляется полимер. Для извлечения золота из растворов требуется порядка 30 минут. За это время извлекается 99% растворенного в смеси золота. Таким способом можно извлечь до 94% золота из печатных плат. К тому же данный полимер можно использовать многократно после того, как он отдаст собранное золото в другой реакции с кислотой. Эльвира Зорина, Универньюз.